Ты примешь нашу святую плоть. Все начнется сейчас. На рассвете ты тоже станешь одним из нас. Обретешь мой священный дар. Навеки. Жесть. Надеюсь, это был кошмар. Так, все. Всех приветствую. Всем кукусики. Ну, это Кондор-1. Как слышно? Кондор-1, ты 3 часа не выходил на связь. Как ты там? Прости, я в норме. Это не повторится. А церковь? Как раз ищу, чем ее отпереть. Поняла. Рада, что ты цел. Отбой. Ну, как сказать цел? В нас лазят какие-то черви, так что я бы не сказал бы, что мы с вами целы. Так, ешка это. Присесть, евка забрать. Блин, можно сделать управление, как бы я не перестану повторять одно и то же самое во всех играх. Так, что это у нас туточки? Это у нас кепочка. Ага, кепочка, прикольно. Так, все, ничего больше нельзя, R сбросить назад. Все, хорошо. Получен документ. Ну, как обычно, мы читать его не будем. Мы с вами ленивые. Так, материал. Отлично. Дайте мне, пожалуйста, ключ, и я отсюда уйду, честно. Честно, больше, как говорится, к вам в деревню я не приеду. Ты серьезно? Ты фонарь включил? Понятненько, он фонарь включил. Ну, умничка. Так, что нам нужно сделать? Нам нужно найти ключ. Так, давайте потихонечку мы разломаем бочечку. Ну, да, сделаем вид, что нас никто не услышал. А что нам нужно? Нам нужно найти сейчас ключ. Мы можем налево пойти, а можем направо пойти. А нам нужно... Так, а нам нужно куда? Нам нужно... Ага. Нам нужно прямо аж сюда, я так понимаю, правильно? Ключ от церкви, да. То есть сейчас... Налево и прямо. То есть налево и прямо вот сюда. Что у нас по поводу дробовика? Сколько? 17 штучек. А ты можешь такие выключить фонарик? Ну ладно. Don't destroy библиотеки. Ребят, я с вами на одной волне. Во. Чё? Чё за жесть? Ты издеваешься? А зачем я пехаль прокачивал, чтобы 200 тысяч раз стрелять? Да он достали библиотеки. Как тебе нравится? Черт, так и знал. Давай, 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 давай. И ногой. Бам. Ах ты, падла. Ах ты, падла. Хорошо. Жесть. Так, давайте посмотрим, сможем ли мы с вами скрафтить что-нибудь. Мы сможем для дробовика. Yeah, baby. Хорошо. И сможем, наверное, с вами... Нет, на этот мы не сможем сделать, на... Чего, бля? На арбалет. На арбалет мы не сможем это сделать. Так, кто-то варенье разлил, кто-то кушал вишневое варенье, а может и малиновое, я даже не знаю, так что...
что ладно. Не будем, как говорится, долго тут задерживаться. Так. Бум. Заклинание, конечно, у них прикольное. Побрейся, говорит, побрейся. Мне вот интересно, вот в прошлой серии, по-моему, в прошлой серии мы с вами этот, как его, нашли молоток здоровый такой. Пещера, что это может быть? Нашли молоток. Мне интересно, мы когда будем сражаться с здоровым монстром в конце? Или когда-то сейчас? Ага, святилище. Так, тихо. Тихо. Это мы забираем. Тот же символ, что и в церкви. Не, забрать. Это и есть ключ. Давай. Ну, забери, пожалуйста. Мы забрали. У нас места, да, нету куда? Так, давайте, наверное, одну змеючку мы с вами... А мы не можем использовать, ладно? F-ку. Ой, начинается. Вложи в руку медальончик, потом в другую руку... В руку, в пуку. Озеро. В руку, в пуку. Так, ага. Ключ от церкви. Вот он находится. Здесь у нас... Место, отмеченное на рисунке. Хорошо, значит, нам нужно дальше идти. Смотрите две точки на карте. А может, не надо? Может, ну его? Может, ну его? А как мне сюда попасть? Это мне на лодке нужно или что? Так, алло, Ира. Так, две метки на карте. Это одна сюда, отмеченная на рисунке, и одна сюда. Ладно. Поплыли. Поплыли. Так, встань, пожалуйста. Ключ от старой часовни. Ага, если бы я еще... Ага, подожди, ключ от старой часовни. Это то, что нам надо или нет? Или это не то, что нам надо? Что за ключ от старой часовни? Я могу возвращаться? Так, игра. Дай подсказку, пожалуйста. Так, задний ход вперед. Давайте сначала, наверное... Давайте сначала налево, да? Вот сюда сплаваем. Как мне к тебе попасть? Мне сюда нужно. Хорошо. Так, отлично. Стоп. Назад. Правильно понимаешь, что нам сюда нужно? Да. Сейчас прямо и налево. Сейчас по-любому на нас кто-то будет охотиться. Так, давайте возьмем дробовик в руки. Что-то мне как-то не хочется с ними... Спехаля стрелять. Понятненько. Обойди справа, чтобы открыть здесь слева. Ну ладно, идемте. Мне уже не страшно, но с вами... Донде стали библиотека? Давай, братан, подходи ближе. Красава, умничка. Идем тебе дальше. Да. Ой. А тебе все равно, да, я смотрю? Ну, а тебе все равно. Хорошо, что мы с вами прокачали дробовик по максимуму. Ну все. Да я не знаю, как пройти в библиотеку. Отстань, пожалуйста. Маешь ты, зайкаля. Да, ребята, если вы будете кушать сырую рыбу, вот примерно вот такое вас ждет.
Держу в курсе. О, это замочек, да, который мы можем открыть здесь. Да, отлично. Так что, по-любому всегда прожариваете рыбку до конечной. Как говорится, делайте well done. Да я сам в шоке. Кто, где? Не, пожалуйста, отстань. А если мы просто пробежим? Если мы с вами просто пробежим? Вот сюда, вот. Просто не знаю, конечно, куда нам идти нужно. А, вот мы почти уже рядышком. Ага, понятненько, опять загадка. Так, где ты? Давай ты подымешься, и мы с тобой закончим. Не, гранатку на тебя рано еще. Все, отлично. Давай смотреть. Загадка. Так, первая, наверное, вот этот вот кружочек, правильно я понимаю? Где ты? Где ты, моя головоломка? Так, первый кружочек или нет? Что нам нужно? Ага, нужно 3 символа, да, угадать? Ладно, первый у нас идет... Такая вот штука. Если тут такая вот штука, то встань, пожалуйста. А тут такой штуки нету. Я ее или вижу, или... По-моему, вот это, да, вот первая штука идет. А наш. Вроде она, да. Вторая, получается, у нас идет какая? Вторая у нас идет... Ага. Так, в кружочке что-то. Давайте смотреть. По идее, правильно. Так, первое, значит, у нас... Нет, встань, пожалуйста, на F-очку. Первое, вот, первое у нас идет раз. Вот потом идет вот это вот в кружочке. Дай в кружочке взять. Алло, игра. Так. Вот это вот и третья какая-то из этих штук, ну. Ладно, давайте третью искать. Вроде бы вот так. А третья у нас идет. Что у нас идет третья? Сам ты падла. Да я не знаю, сколько много. Слышь, дед, а третий, какой знак? Подскажи, пожалуйста. До побачения. Давай, залазь. Да сколько тебе нужно, скажи, пожалуйста. Тебе нужно. Так, где третий знак? Не, мог бы, конечно, сейчас посмотреть это все в ваших интернетах, но где-то тут рядышком оно находится. Или не? Так, но здесь я нигде не вижу. Здесь я нигде не вижу. Но вроде мы правильно с вами начали действовать. Блин, не люблю такие вот загадки, особенно когда непонятно, где оно нарисовано все. Так, второй, первый. Или наоборот, тут это вот первый, второй, этот третий. Так, есть ли у нас вот такие вот штуки?
Кружочек и сверху перечеркну. Ну вот у нас идет первый, да, вот первый. Давай вот второй. Давайте по очереди пройдем. Не, не подходит. Ладно. Попробуем по очереди. Во, подошло, ребят, мы с вами умнички. Молодцы, голова. И получена голова. Где она получена? Ну, надеюсь, что она получена. Ладно, плывем в следующее место. Ага, вот и третий знак, да? Вот и третий знак, непонятно. Вот что он обозначает? Без понятия. Так, плывем за следующее. Там, по-моему, тоже сейчас, да? Все. Ой-о. Тихо, 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 тихо. Время съесть змеючку. Почему я не могу тебя скушать? Ладно, ну и ладно. Все, дед, отстань. Все, серьезно, отстань. Ага, больно вылазик, да? Получи. Все, 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 все. Я ухожу. Честно, ухожу. Больше к вам я сюда не вернусь. Так что отстаньте. Давайте плывем в следующее место. Следующее место у нас находится с вами. Ось-ось-ось, где? Это мне нужно назад сейчас проплыть, да? Только как мне туда попасть? Наверное, сюда. Ладно. Давай, 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 давай. Во, хорошо, поплыли. Надеюсь, сейчас на нас монстр не нападет. Мы ж плавильно плывем. По-моему, плавильно. Опа. Песеты дали. Опа, еще. Так, отлично. Отлично, отлично, отлично. Идемте. Идемте за следующим. Здесь мы также берем с вами дробовик. Как раз 9 патрошков осталось. Так, что это у нас тут, а? Бадабум. Что-то мы забрали. Я так и не понял, что мы забрали. Но что-то мы с вами подобрали. Ага, вот еще бочечки. Так, песеты. 22... У нас уже 22 тысячи, ребят. Самое интересное, знаете, что? То, что мы... Не можем их на патроны потратить. Ага, тут тоже головоломочка, да? Тоже такая же самая. Ладно, давай смотреть, где оно. И кто из них первый? Так. Знак змеи, допустим, да? Допустим, это змеевичка. Потом дальше у нас идет... Там дальше у нас идет ничего. Так, что это плавает? Не пугайте меня, пожалуйста. Так, ну змеючка есть, хорошо. Дайте мне подсказку еще одну. Дайте мне подсказочку. Так, змеючка. Три черточки. И будем подбирать. Давайте попробуем. Так, встань, пожалуйста. Так, змеючка. А какая там змеючка? Блин, я уже забыл. Какая там змеючка? Ага, вот такая вот змеючка. Вот такая вот змеючка. Потом идет у нас три черточки. И давай смотреть по очереди. Нет, хорошо. Надеюсь, я в правильном порядке это делаю. И давай следующую. Вот это вот. Окей. Змеючка. Три черточки. Кажется, очень интересно.
Но ничего не понятно. Ладно, остаются две штуки. Остаются две штучки. Во! Правильно. Правильно, правильно, правильно. Давай сюда. Голова. Голова, два уха. Бум. Все, писетики мы с вами позабирали. Все, позабирали. И мне интересно, мы нашли с вами... Ага, это тоже штука откуда-то. Мы с вами нашли ключик от какой-то дверки в церкви, да? Мне интересно, от чего она? Так, что тут есть? Что тут интересного? А, вот третий знак, понял. Здесь у нас находился третий знак. Ну, нам уже это и не нужно. Я могу спрыгнуть? Да, могу. Все, поплыли домой. Поплыли, корыца, домой. Все. А точнее, мы плывем на этот, как его, на вот сюда. Так, а сюда мы можем к тебе попасть через... Через... Все, значит, нам по-любому заплывать нужно будет. Все, хорошо. Я думал, будем дольше мучаться с этим всем. Не, по-быстрому как-то мы с вами это сделали. Правильно плыву? Нет, вообще неправильно плыву. Арчи, ты куда? Крица, ты куда? Так, нам сюда? Да, нам сюда. Все, отлично. Так, оно так и лежало здесь. Я ничего не трогал. Побежали. Побежали, заберем-с. Так, тут ничего нету? Оно... Нема. Нету ничего. Так. Давай сюда. Раз. Бум. Шикарно. И сюда два. Бум. Да ты шо. Хорошо. Все, мы забрали. Правильно я понимаю? Алло, алло. Это Кондор-1. Нашел ключ от церкви. Поняла. Теперь ищи Орленка. Да, болтать некогда. Выдвигаюсь. Кондор-1, конец связи. Конец связи, гнездо. Мне интересно, он проверял ее гнездо или нет? Я бы проверил бы. Так, что нам нужно? Куда нам нужно? Теперь нам нужно... Скажем, дружно, куда нам нужно? Ага, нам нужно вот сюда. Да? Это то есть, нам нужно вот сюда на эту штуку приплыть и сюда пройти, правильно? Сейчас, получается, прямо и налево, чтобы не заблудиться. Ну да, как сейчас, так она заводится, а как на нас рыбка-крокодил напала, так сразу и не заводилась. Правильно, она уже сюда? Да, по-моему, сюда. И я висюльку одну синюю нашел, не поверите. Вот ты где спряталась. Блин, а. Все, стреляю прям как в PUBG. Все в цель. Чисто 10 из 10. Так, что нам нужно сделать? Нам нужно наверх, да, по-моему, подняться. Да, давно я в PUBG не играл. Конечно, если бы сейчас, наверное, зашел бы в него, то была примерно вот такая же самая стрельба. Так, давай смотреть, давай смотреть. Нам нужно куда-то как-то. Ага, нам нужно назад, мы не туда пошли, да? Да-да-да, придется побегать. Вот сюда нам нужно, по-моему. Если нет, тогда я не знаю, да. Все, и на... Право, да? Да, теперь пройти, и можно будет как раз пройти. Все, отлично. Бонжур.
О, а мы через торговца, да, прошли. Слышь, здорово, ты... Наверняка что? А ну, что ты сказал? Привет. Здорово. Я обновил ассортимент, друг. Да, давай посмотрим, друг. Кейс. У меня все товары высшего качества, уверяю тебя. Новое улучшение для кейса. 12, давай. Хороший бом. Размер. Но главное ведь, что внутри, да? Согласен, согласен. Так, блин, а тебе гадючки не нужны, не? Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. С тобой приятно вести дела. Так, что мы можем тебе еще продать? А вроде больше и ничего, да? У меня еще... Все, прекращай. Выполни... Оставшиеся просьбы, прежде чем идти дальше. В смысле, так я тебе змеючек принес, что ты не хочешь их забирать? На, забирай. Выбросить, да. Выбросить, да. Хотя зачем я их выброшу, если... Иначе придется гадать, как все могло бы обернуться. Если я могу их, получается, нямать. Кто когда-нибудь кушал жареную змеючку? Правда, правда, все, отстань. Дай я отсюда выйду, я хочу уже дойти до места, вставить ключик. И закончить, нам нужно на лево нужно. Эфочка подняться. Хорошо, эфочка разбить. Отлично, потрошки. Так, а здесь мне нужно... Алло, игра. Алло, игра. Где ты? Куда мне нужно? Ага, нам сюда нужно, понял. Во, вот это, да, ключик, да. Смотри. Как хорошо. Что это такое? Светильник с бабочками. Да ты шо? Шо, серьезно? Ладно, все равно мы... Если продадим... Блин, что-то я чувствую, что сейчас мы отсюда выйдем. Эта дверка закроется, мы сейчас с ним будем сражаться, да? Я угадал. Ладно, побежали. Ну да. Я как чувствовал. Черт. Я как чувствовал. Да тихо, разбудишь. Ой. Да ты издеваешься. Ну ты и здоровяк. Одолейте гиганта. Каким образом? Ты тоже червивый. Все. Ах ты как козявка. Ах ты козюля. Ну отстань, пожалуйста. Ау, безумно трудно быть первым. Давай, братан. Привет, пес. Все, красавчик. Песик, помогай, пожалуйста. Песик, помоги. На, получи. Я не против. Во. Падла, не трогай пёсика. Всё делаешь правильно. Всё, умничка, давай. Джон Вика на тебя нету.
5 патрошков, ребята. Все. Все. Все, 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 это все. Что могу сказать? Это все. Это все. Все, у меня больше нету ни патронов, ничего. Да неужели? Серьезно, мы победили? Моя ж ты зайка, на. Согласен. Так, нужно идти к церкви. Думаешь? Можешь воспользоваться моментом, пока мисс. Пока мисс, как говорится. Ну ладно. Блин, спасибо песику. Да, песик, ты лучший. С меня, как говорится, косточка. Так, ладно, мы забрали янтарь, да? Только единственное, у нас с вами 6 патронов. И, по-моему, мы не сможем скрафтить с вами ничего. Да, не сможем. Печалька. Ну, ладно. Придется драться, значит, ножами. А вот, пистолетные патроны. А где пёсель? Пёсель, ты где? Ты где, зайчик? Да, я думал, будет жестче, просто судя по вот этому вот молоточку туда. Так, нам сюда, по-моему. Если не ошибаюсь, то вроде бы как бы... Как бы да, как бы сюда. Так, сейчас я кое-что проверю. Да, нам налево и прямо. Так, сейчас, секунду. Так, давай посмотрим... Использовать. Все, скушали змеючку. Восстановили здоровье. Восстановили здоровье и побежали. Сюда же? Да, сюда же. Только я не помню, наверх, либо вниз, либо наверх. Так, патроны Х10, хорошо. Так, ну, нам уже, в принципе, никто и не... Стоять. Снизу что-то было. А, это ты светился. Нам уже большой босс и не страшен. Потому что если мы такого одолели, то и со всем остальным справимся, правильно? А что я сюда залез? Куда мне надо? Мне сюда, по-моему, надо. Мне, по-моему, нужно вот сюда. Да. Да-да-да. Так, стопэ. Лагу, тогда. Тут лаги, конечно, согласен. О, кукусики. Привет, зайчик. Приветик. Так, нам сюда? Или не сюда? Куда нам? Да, по-моему, сюда наверх, да? Да, конечно, жесть. Все. Не дыши так. Давайте сохранимся. На всякий пожарный, потому что я знаю, сейчас начнется тут. Так, бумс есть, отлично. Идемте открывать дверку. А что тебе? Тебе аптечка нужна? На, скушай змеючку. В любой непонятной ситуации, ребят, кушайте змеючку. Все. Поехали. Та ты ж, роля. Бум. А мы не могли просто вырвать вот эту вот решетку? Гнилую и зайти сюда, не? А зачем, правильно? Эшли Грэм! Я хочу помочь! Не кричи! Ты же знаешь, что это плохо может закончиться.
Так, поищите Эшли. Хорошо, поищу. Дай сюда. Ля. А шо это? А шо это такое? Так. Опять, да, вот эти вот. Опять вот эти вот крутилки. Опять вот эти вот крутилки. Мне нужно сделать стрекозу, насколько я понял. А мне третья нужна или нет? Крутилка. Ой, как же вы меня бесите. Так, мне нужна, наверное, будет третья крутилка, правильно я понимаю? Хорошо, хорошо. Ключик мы нашли какой-то. Прикольно. Давайте искать третью крутилку. Нима. Стопэ. Стрелы X5. Ну да, полезная штука. Полезная штука. А дайте мне, пожалуйста, патроны на ПП 30 штук. Угу. Это нам намекает, что мы с вами купили ППшку. Так, а вот и синяя рукоятка. И вот про что я говорил. Идемте, ребят. С этим у меня сейчас будет очень много, я так уверен, проблем с кручением. Так что сейчас посмотрите. Ага, здесь закрыто, да? И нам нужно наверх туда. А эту дверку можно открыть чисто с помощью вот этой вот замечательной загадки. Просто лучше некуда вот в хоррор вставлять вот эти вот крутилки. Ладно. Так, что мне нужно сделать? Сейчас бы еще понять бы, что мне нужно и как оно выглядит. Допустим. Так. Ну, вроде оно, да? Вроде оно или не оно? Стой. Стой, не. Да, только мне нужно... Нужно вернуть назад. Во! Вроде правильно. Ну? Ага, это у нас стрекоза перевернутая. Понял. То есть мне нужно сейчас эту штуку зеленую, чтобы вы понимали, чтобы я еще понимал. Нужно сделать ее... Так, ладно, давайте начнем с этого. Это мне нужно вниз понять где-то примерно вот так. Дальше мне нужно эту штуку тоже примерно вниз вот так. И следующую. Следующую тоже вниз примерно. Примерно вот так. Во! Ля, я умный. Да ты шо вообще? Лучший, просто best of the best. Ребят, если вы на этот момент не поставили лайк, не написали комментарий, что Арчи, Дон Дистали, библиотека, тогда я просто не знаю, что вам как бы еще нужно в этой жизни для вау-эффекта. Просто да. Просто Шерлок Холмс на минималках. Так. Бам. Не зря, кажется, я на Камбербэтча похож немножко. Вот, это судьба быть. Быть Шерлоком.
Так, давай, что это такое? Телефона. Алло, алло. У кого была такая раскладушка? У меня, помню, была такая раскладушка. Если не ошибаюсь, по-моему, моторолка. Так, и здесь, наверное, будет сейчас катсцена. Поехали. Эшли. Эшли Грэм, ты тут? Не подходи. Слушай. Полегче давай. Я Леон. Я здесь по приказу президента. Зашибись. Снаружи опасно. Прошу, выслушай меня. Что это? Вон там. Догнать их. Заблудшие агнцы сбежали. Подарите же им спасение.